Воспитанники воскресных школ, православных детских садов и маленькие прихожане храмов в эти дни демонстрируют свои таланты и славят ими Бога на праздничных утренниках и елочных представлениях. Традиционный рождественский концерт состоялся и в епархиальном управлении Славгородской епархии. Концертную программу подготовили детские и взрослые музыкальные коллективы храмов Славгорода, храма благоверных князей Бориса и Глеба города Яровое и храма Абалатской иконы Божией Матери села Кулунда. По окончании концерта к участникам рождественского концерта обратился епископ Славгородский и Каменский Антоний, поздравил всех детей с праздником Рождества Христова и вручил сладкие подарки. Радость, которая делится, она ведь меньше не становится. Поэтому мы сегодня своей радостью друг с другом поделились. Ребята наши, спасибо большое, приготовились. Гости наши,